Добрый день, меня зовут Иванов Алексей, я мастер спорта международного класса по самбо. Сегодня я покажу вам бросок мельницы с колени, и мне будет ассистировать тренер школы единоборств «Патриот» Дмитрий Шергин. Ваш оппонент взял захват. Я отгружаю рабочую руку своего оппонента, загружаю ее сверху, беру захват под мышкой и прижимаю руку к себе, так, чтобы он не смог ее освободить. Прижимаю ее плотно, плотненько для того, чтобы провести бросок. Делаю зашагивание под него, захваченную руку прижимая к себе, чтобы была плотность движения. Выставляю ногу вперед, тем самым я переграждаю путь его захваченной ноге и прокручиваю его через себя. Сразу перехожу на удержание сбоку. Делаю все это по инерции, то есть одним движением. Если я буду делать не очень плотно и не загружать его ногу, он уйдет от меня, и я не смогу сделать бросок. Вторая ошибка – это когда при подходе и при захвате его передней ноги я не удержал своего партнера на плечах, и он скатился у меня на спину. Скатился на спину, и тем самым я не смогу сделать бросок, который мне хотелось бы осуществить. Проводя этот бросок, тоже одна из основных ошибок у тех, кто плохо его делает. Когда я захожу на бросок, я не прижимаю его захваченную руку к себе, а выставляю, вытягиваю вперед, и тем самым я даю своему оппоненту убежать от броска. Два варианта выхода на этот бросок. Ваш оппонент берет двухсторонний захват, я освобождаю свою руку, захваченную руку, освобождаю и делаю сразу захват его рабочей руки и подворачиваюсь на бросок. Это первый вариант. Второй вариант, когда он берет захват, мне нужно освободить свою руку, взять свой захват, захватить его руку и вывести из равновесия, потянуть на себя. Я его тяну на себя и сразу захватываю его рабочую руку. В этот момент, когда произвожу захват, я могу сделать сразу подворот на бросок. Сейчас я покажу, как это выглядит в действии. Всем спасибо за внимание. С вами был Алексей Иванов и Дмитрий Шергин. Подписывайтесь на канал Blood and Sweat. Приходите заниматься в бойцовский клуб «Патриот». Для проведения броска через спину мне нужно взять два захвата. Желательно, чтобы этот захват был под ухом, вот, в районе ключицы. Я беру за отворот и сжимаю кулак так, чтобы ему уже было дискомфортно.